Алина Кабаева больше не скрывает свою любовь. Олимпийская чемпионка призналась, что всегда радуется, когда возвращается из путешествий домой. Знаменитая гимнастка Алина Кабаева рассказала о своей семье и детстве, проведенном в Ташкенте. Спортсменка до сих пор с теплотой вспоминает годы, когда она жила в столице Узбекистана. Девочка росла среди людей разных национальностей, ее всегда окружала атмосфера дружелюбия и взаимной поддержки. Девочку отдали в секцию художественной гимнастики в 3,5 года, а в 10 лет Алина и ее мама отправились покорять Москву. Кабаева признается, что у нее никогда не было больших амбиций и желания прославиться. Ею всегда двигала исключительно любовь к художественной гимнастике. «У меня никогда не было желания стать лидером, и амбиций не было», – говорит спортсменка. «Мною двигала любовь к этому виду спорта. Я обожала художественную гимнастику и с большим удовольствием поднималась по ее ступенькам». Все свое детство и юность Алина провела на чемоданах. Юная звездочка постоянно участвовала в соревнованиях и сборах и вместе с нашей сборной посмотрела почти всю Россию и многие страны мира. С тех пор Алина обожает путешествовать и справедливо считает, что в нашей стране есть много красивых мест. Я, например, мечтаю побывать на Чукотке, посмотреть Владивосток, увидеть Камчатку, говорит спортсменка. Мне очень нравится путешествовать, но жить я люблю только в России и всегда радуюсь, когда возвращаюсь домой.